Да. А меня зовут Алексей Ливанов, очень приятно. Артур, звоню касательно вашей регистрации по проекту «Газпром Инвестиции». О, Алексей Ливанов, а я вас помню, какие люди. Мы с вами разговаривали, помните? Нет, уже не помню. А как давно общались? Я не помню, когда это было, но я... Блин, я даже не думал, что вы позвоните. Вы не помните, точно? Ну, я вам что, врать буду или что? Вы мне по почте отправляли ссылку или что, я не помню. Под каким-то другим именем отправили, а потом слились позорно. Слился? От да. вас? Почему? Да. Вы так считаете? Вы такой, ой, сейчас, и пик, все, слился. Да нет, такого не может быть. Обосрался и я слился. Я всех своих клиентов довожу либо до пополнения, либо понимаю, что человек не потенциальный, я с ними прощаюсь. Я никогда от клиентов не сливаюсь. Это не мои. Нет, ты именно слился позорно. Нет бы сказал, нет бы честно признался, я обосрался и слился. А ты слился как девчонка, как первоклассник. Девчонка, как первоклассник. Ну, как, впрочем, и вы, да? Что? Что сказал? Ну, как, впрочем, и вы не пополнили свой счет. Точно так же слились. Да, как я тебе, мошонка, деньги не перечислил, шахрай. Да, именно. Ну, вы никому ничего не перечисляли, если что, Артур. Да, надо было тебе денежки переслать, да, чтобы тебя начальник в попку не выебал, да, за невыполнение плана по лохам. А у вас так на вашей работе что у вас нет, так? Да? Я слушал, смотри, канал «Мошенники звонят по телефону», там ваш бывший коллега рассказал вообще про ваши условия труда. Все я прекрасно знаю, что вы на евреев работаете, что у вас там одни мальчики-девочки там до 20 лет. Какой вы нулевый, конечно, это просто жесть, Артур. Так а вы вообще с чего эту информацию взяли? Я же говорю, смотри канал «Мошенники звонят по телефону». И там, кстати, есть ролик, где ты обосрался и слился. Так там он и называется «Мошонка обосралась и слилась». Ага. Еще раз, как канал называется, я хоть посмотрю. «Мошенники звонят по телефону». Можешь вот с собой ролик посмотреть, Алексей Ливанов. Там это сидит мошонка на унитазе. На унитазе сидит. Ага. Это, наверное, ваши родители, да? Ой, какой... А чего вы так любите про родителей? Я вот один раз обосрал мошонку, сказал, что, типа, вот ваша украинская шлюха-мать, а мне... Меня сделали замечание, что, мол, что я опускаюсь, да, до того, чтобы мать оскорблять. А вот вы любите родителей, для вас ничего святого нет. Почему я должен... Ну, таких людей, как вы, наверное, ну, вот какое воспитание у вас, такие родители, наверное. Ну, я-то по-другому людей... же это не объяснить, Артур. Понимаешь, Алексей, я-то людей не объебываю, в отличие от тебя. Сказал, что ты же прекрасно знаешь, чем ты занимаешься. Я знаю, что ты проходил этот полиграф. Я знаю, что ты прекрасно понимаешь, чем ты занимаешься, потому что таких облачных людей, которые реально думают, что они работают в «Газпроме», их нет. Тем более, ты же знаешь, что ты на Украине находишься. С чего взяли? Ну, ты же сам знаешь, что ты на Украине находишься. Ты-то сам нет, это понимаешь? Не знаю. Я здесь не... Нет, а, нет, то есть получается, нет. Тебе настолько мозги промыли, да, что ты думаешь, что ты в Москве, да? В России. Так а кто сказал, что я в Москве, в России вообще? Да неважно, в России. Не... Где угодно, но не на Украине, слушай, да? так легко менять ваше мнение, это просто капец. Я еще знаю, что вы своих украинцев не разводите, а и евреев тоже не разводите. Кого угодно, только не украинцев. То есть вы можете и в Чехию позвонить. Там, кстати, есть тоже чех на этом канале. Тоже посмотрите ролики, как вы позоритесь вообще. Так, я вот YouTube открыл. Сколько там подписчиков? Еще раз, мошенники, что? Я вот пробиваю как раз параллельно. YouTube открыл. Простите, вот я просто, чтобы записал. Мошенники звонят по телефону. Так, все. Хорошо. Но и это же, если поисковик... Подождите, если это в поисковик вбить, вот, ну, просто отобразятся разные видео, а мне канал нужен. Да. Мошенники звонят по телефону. Ну вот, отлично. Нашел, ну так поиски. Видео уже на канал залиты, правильно? Ну, 16 900 подписчиков, правильно понял? Да. Это он? Да. Так, хорошо, великолепно. А, так,
можешь найти плейлист Артур, можешь найти, там будет наш с тобой разговор. «Мошонка обосралась и слилась» называется. Вот, смотри, понял, как ты позоришься. Разбор полета. Ага. Хорошо, хорошо, Артур. Я услышал, вы тогда оставайтесь... Разговора. Да, отлично. Вы тогда оставайтесь. Всего доброго вам тогда. Всего ну да, тень...